Всех приветствую! Начинаем пилить новый контент на этот канал. Потихонечку активизируемся, посмотрим, что из этого выйдет. Поддержите меня лайком и подпиской. А мы начинаем. Итак, давайте начнем с разогревочного. Поговорим о том, какие перепродажи с мани на Steam мне удалось сделать и сколько я с этого заработал. Начнем, пожалуй, с простого Франклина с микса наклеек с Кёльна. Взял его примерно за 180 рублей, ну и завел по Steam чистыми 230 рублей. За скина профит вышел 27%. Дня 3 я его продавал внутри стима. Ну и да, многие скины я брал давно, а уводил небольшими пачками на различных стримах. Отсюда и даты покупок на мане довольно сильно у них разнятся. Не будем забывать, что если возвращаться ближе к лету, то там были неимоверно огромные пусты. То есть еще тогда я мог продавать такие скины и гораздо дороже. Но мы с вами будем говорить о том, что имеем по факту. Поэтому давайте продолжим. Следующим рассмотрим древесную гадюку с железным сиплом, который был на прицеле. Потратил на него около 270 рублей, и смог я его по итогу продать на стиме, получив 326 рублей, соответственно, спустя 3 дня. И в следующем давайте рассмотрим коллаж с наклейкой Непов Пола Спюль. Здесь не все так просто, как кажется, его я взял за 3.29 и примерно за такую же цену продал по итогу на стиме. Как видите, я не брезгую выводить скины в ноль, потому как завозить не удается зачастую скины даже по той же таблице обратно на мань, какой-то небольшой плюс. А это значит, что даже при выводе на Steam 0, я все равно имею небольшой плюсик по балансу. Если же вам интересно поглядеть, какие скины и какие именно мне удается завозить на Money Plus без различных таблиц, то пишите об этом в комментариях, и я запилю в ближайшее время подборку таких скинов из личной практики. Давайте в качестве спойлера покажу вам все-таки один предмет, что мне удалось взять без таблички. Вот этот АВП Азимов с наклейкой Круть я смог выкупить за 5900. Продать по итогу на мане мне удалось его за 6800. Не самая крутая сделка, но согласитесь, что приятная, без подписок на табличке. Давайте же заглянем на этот PDT-50 роспись наклейка Fnatic Holos Kata 15. Взять мне его удалось где-то за 1600 рублей, а продал я его на стиме за 1800 рублей. Позиция наклейки хорошая, поэтому в принципе он ушел очень быстро. Я мог просить за него гораздо больше, но решил с этим не заморачиваться. Профит мне вышло где-то 10% с этого скина. Вы, наверное, задаетесь сейчас вопросом, как конкретно я смог вытащить тот или иной скин. Но повторяться мне как-то не хочется, а лишь скажу, что большинство из этих скинов я вытаскиваю на стримах. Там вы все это поглядеть и можете. Иногда я запускаю стримы, оповещение об этом приходит вам либо по колокольчику на ютубе, либо вконтакте, паблике. Ну а все старые стримы я сохраняю в дискорде. Там вы можете посмотреть, как именно я это делаю еще раз. И давайте последний рассмотрим ВП с тремя наклейками с Кракова, голографическими новями и железным сиплом Берлина. Смог я его выцепить за 1850 рублей на мане, и получить за него в стиме мне удалось 2050 рублей. Опять те же 10%, зато стабильные. Ладно, это был разогревочный видос. Если вам такое заходит, ставьте лайк, пишите комментарии, про подписку также не забываем. И ждем в ближайшее время следующий видос. Мне пора вновь заняться контентом на этом канале, а для этого нужна ваша поддержка как никогда раньше. Всем до скорых встреч и хорошего трейдинга.